Около кинотеатра «Искра» продолжает свою работу ярмарка, на которой можно купить как продукты питания, так товары для дома и, конечно, обновить гардероб. Мы представляем российских производителей, приглашаем на ярмарку покупателей. У нас в ассортименте идет в основном женский товар. Брючки, блузки, пиджаки, жакеты, водолазки – огромный выбор. Производство Южная Корея и Китай – все фабричное, ткани идут натуральные. Также женщины могут выбрать себе новую шапку к осенне-зимнему сезону. Продаю головные уборы российских производителей «Санкт-Петербург», «Москва» и «Карачаево-Черкесия». Товар у нас востребован, каждый может приобрести себе подходящие по росту, по комплекции, по желанию. Любые модели. Если даже что-то не хватает, мы можем привезти в течение недели. Например, вы приходите, говорите мне, какой модель, какой размер, расцветка какая. И мы в течение недели привозим любую модель. Так что приходите к нам, ждем вас, любим вас. Чтобы дополнить свой образ, можно приобрести шарфы-трансформеры ручной работы. Кстати, такое изделие может служить отличным подарком. Я беру его вот так вот, закладываю, берем и вот здесь завязываем мой узелочек. Вот такая темка. И вот она вот таким образом работает. Тут снимаем, двигаем, тут очень много. При желании к новой одежде покупательницы подберут на ярмарке модный аксессуар в качестве украшения. Бусы, перстни, броши, браслеты. Это уже 20 лет этим занимаемся, очень хорошо. Хорошие натуральные камушками. Кто хочет, пусть придет, покупает. Все продукты питания выставлены на продажу свежие, высокого качества. Цены могут приятно удивить видновчан. В основном представлена домашняя продукция. Мы приехали из Тамбова. Сейчас у нас почти все наши домашние. Овощи все наши, морковка, картошка, все наши, огурчики, перец, все наше, зелень, все наше домашнее. Чтобы приготовить или подать к столу купленные овощи и фрукты, могут понадобиться специальные приспособления. На ярмарке можно приобрести ножи производства города Кисловодск. Суперсолунка, она даже не успевает рассыпаться. Прям шикарно. После будет рассыпаться, далее что делать? Можно вот таким образом лук режется. Вот. Две штуки, видите? Две штуки. К чаю здесь всегда большой выбор сладостей от азовской кондитерской фабрики. Халва, пастила, мармелад, очень вкусный зефир, меренговые рулеты. Ну, то есть продукция тут широкий ассортимент. Также в качестве альтернативы сладостям можно купить мед разных сортов. Каждый из них обладает целебными свойствами. Вкус разного меда бывает, там с горчинкой, с кислинкой. Тут уже выбирать покупателя. Обращаем внимание, что ярмарка будет работать до конца недели. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.